Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами Блудлинес, и сегодня мы дальше играем в игру под названием Sally Face. И, господи, опять же, я хочу сказать, моим самым большим заблуждением было, что это была девушка. Ну, посмотрите, у нее есть косички, да, она одета так. То есть он, это парень оказалось, такие вот. Я не верил, честно говоря, я зашел, мне начали писать, типа, парень. Я думал, ну опять, блин, ну что за парень, ну что вы за комментарий пишете? И, ну, как бы, типа, у парня, да, косичек не должно было быть, по идее, но я зашел в официальную, ну, там, где сделали игру, то есть Game Jolty, да, и прочитал, там написано большими буквами, что бой синеволосый, то есть мальчик. Я офигел, честно говоря, но теперь я понял, почему к нам постоянно обращались, типа, эй, пацан, там, Кидо, и вот этот чувак обращался к нам, типа, мэн, там, и чувак, и тому подобное. Но остановились мы на этом, так что не будем долго растягивать, как бы, это. Так что вот такие вот приколы, ладно. Давайте поговорим еще раз с нашим Чарли, или, Ларри. И мы не спрашивали, что произошло в 403, или спрашивали, я... Вроде не помню, но давайте попробуем еще раз, если что. Не так громко, мужик. Что? А что не так? Убийца все еще в здании. И мы, короче, no way, я тебе не верю. Или, откуда ты знаешь, типа? Я видел произошедшее. Ты сейчас уверен вообще? Если, ну, типа... Я, короче, видел этого мужика, и, блин, это было чертовски страшно. Что произошло? You know, ты знаешь, кто это сделал? Что произошло? Окей, я помогал мистеру Сандерсону с прочисткой туалета, ну, забитым туалетом или прочисткой. Я почти закончил, как услышал, что что-то там кто-то кричал, как лунатик или что-то типа такого. Я знаю, что ты натворил, Герман. Вот что ты натворил. Герман сказал мне все, ты тупая сучка. Вот, ну, кто это так говорил, да? Он пытался... сказать ему что-то, но он даже не мог произнести вообще пару слов. Типа, его рот... Ну, он, короче, его душил, как я понял, или что-то такого. Я был шокирован, я не мог даже сдвинуться. Я просто замер от страха, мужик. И я наблюдал все это за не разломом двери, а как это называется. Ну, просто дверь приоткрытая немножко была. И он наблюдал. Неважно, что произошло, но произошло это все очень быстро. И я быстро убрался оттуда. Я знаю, что он меня не видел. Я никому даже не рассказывал об этом, даже маме. Так что я думаю, ну, ты мне, как бы, я тебе доверяю, что произошло. А ты знаешь, кто это сделал? Да, определенно, это Чарли. Этот большой крипер, я не знаю, как крипер переводится, с 204-й комнаты, это вот этот жирный. Да разве он кого-то смог бы убить? Он же просто какой-то Вася, он не смог бы ничего сделать. Он был в перчатках, в таких, да, одет в перчатки. Так что я думаю, что он не оставил никаких ни следов, ни тому подобного. Так, может быть, тебе сказать копам? Да я пытался как бы поговорить с детективом, но он меня не слушает. Он не слушает какого-то пацана, и для него мои слова это вообще, ну, типа, ничего не значит. Ну, типа, без доказательств. А поменять это, да? Мы можем поговорить о парне со 103, но мы уже, в принципе, должны были поговорить, просто я начал там заново. Так, сейчас это все проклацаем. Блин, я случайно нажал. И как бы у нас есть тут такая штука, вот смотрите, радио. Что это за штука? Мы должны сюда подойти, потому что, ну, сейчас посмотрите, с этого все и начнется. А, это полицейский сканер, он там, ну, типа, может на волне полицейских линий, ну, как радио, знаете. Ну, блин, вы видели, наверное, фильм «Человек-паук 2», там, или первый, я не помню, в каком фильме такая же штука была, я там слушал, прослушивал, что на полицейской линии происходит. Что это, черт возьми, делает эта штука? Лёха, ты сейчас... Чёрт, вот падла, не дают записать видео, прям бегает, как угорелый. Ладно. Это история для другого дня, так что... Эй, слушай, ты дала мне хорошую идею. Слушай, давай я сделаю фейковый звонок, чтобы отвлечь ненадолго этого чувака, и ты пробралась, чтобы в 403-ю комнату. Мы найдем какие-нибудь доказательства, чтобы показать детективу, которое он ищет, которое он не может найти. Хорошая идея, в принципе. Вы где-то мелькал, я позвоню отсюда и... А я messing with you, я что-то там с тобой, totally forbidden, waiting, pick for... короче, они договариваются, круто, так каков план? Я позвоню в банк Рубри, расскажу о заложниках, там, всякое такое, ну, типа,
что он будет говорить, как он отвлекать будет. Пять минут дашь мне, типа такого. Ты поднимешься по лестнице, подождешь минуту и зайдешь туда, короче. Короче, они договариваются, это в принципе ничего не важно, но копс, ты должна сделать все быстро, пока копы не вернулись. Ну, звучит это круто, конечно, но может быть ты скажешь что-то там, что в банке робери, армер робери. Я не знаю, честно говоря, но какая-то газ-ситуация с наркотиками, там что-то такое. Это более правдоподобно звучит, но это не важно, в принципе, это для нас совсем не важно. Я полагаю, ты права. Ты прав, точнее. Хорошая идея, Салли, так что давай в свою комнату иди и позвонишь мне там по рации, поговорим, типа он рацию нам дал и всякое такое. Кстати, заметьте, что сверху картина того, что... Ух ты, ё-моё, друзья, посмотрите на эти картины, которые нарисованы. Пендинг, и ты любишь рисовать? Спасибо, чувак, это моя страсть, наверное, я не знаю. Тут, короче, все, что у нас было. Крипер, это ящерица. Ящерица или что-то типа такого. Большой хамелеон и всякое такое. Посмотрите на эти плакаты. Вот эти плакаты, они были в наших не снах, я не знаю даже, что это было. Сны это были или что это было. Короче, игруха классная, если честно. Мне интересно, почему это пацан, почему он с косичками, непонятно. Но он, наверное, экспериментирует тоже, может быть, с собой. Но таким странным образом, это, конечно, очень странно. Так, пробираемся в 403-ю, но для начала зайдем в свою комнату, чтобы со своей комнаты позвонить. Хорошо, я в своей комнате. В принципе, я делаю звонок, так что дай мне секунду. Так, вот он позвонил, да? Все хорошо, все сделано. Он спустился по лестнице, я думаю, это сработало, так что можешь заходить в 403-ю. Идем проверять, что тут да как. Так, полиция. Убили тут жестко, убили кровяша везде. Походу он его не только душил, но его там или прирезал, или хрен его знает. Тут сломанный кофейный столик и какая-то книга. Что-нибудь важное? Да нет, просто мусор для меня. Все хорошо, тогда давай дальше ищи там, смотри. Так, Man Pretty Twisted. Походу его неплохо скрючило или что. Tell me about it. Скажешь мне об этом? О, смотрите! Друзья, в принципе, все подходит. Игрушки. Тут есть маленькие фигурки, так что одна пропала. Я не вижу ее. Она должно быть в крови. Точно, я знаю. Как нам. Так, да он возьмет. Короче, спускайся ко мне в подвал, он говорит. Походу, да. Походу, это он убил. Вот этот мужик толстый. Хотя, я бы не сказал по нему, чтобы он мог кого-то убить. Сандерсон и Чарли вместе коллекционировали странные игрушки. Они поехавшие были на этих вещах. Мистер Сандерсон получил одну раритетную штуку или что-то типа такого. Он сказал мне об этом, когда я чинил у него туалет. Все равно Чарли что-то не смог бы отдать ее или что-то типа такого. Ой, ладно, это пропустим. The Dude Creeps. Этот чувак всегда был каким-то жутким, и ты знаешь, что-то тревогу наводило насчет него. Походу, насчет того, кто стырил игрушку. Воу, это сумасшествие. Мы действительно не должны жить в здании с убийцей. Точно. Нам надо попасть как-то в комнату Чарли и увидеть, найти эту игрушку. Погоди, почему это я должен сделать? Я уже пробрался в комнату 403. Чарли меня поймал. Чарли не должен меня найти, то есть увидеть. Он и не пустит меня, в принципе. Как-то он меня обвинил, что я воровал у него закуски из комнаты. Чёртовы закуски, чёртов толстяк. Хорошо, ладно, я все равно сегодня не буду этой ночью спать. Круто, чувак, Салли, возьми вот этот пакетик и... Типа ты сможешь положить в него, чтобы не дотронуться. То есть пакетики, знаете, вот эти, которые там для... как это называется, ё-моё. Чтобы отпечатков пальца не было. У меня такое чувство, как будто бы ты делал это ранее. Ха-ха, да, я просто слишком много телевизора смотрю. Так, мы получили вот такой вот пакетик, бейджи. И я хочу сказать, что есть в этой игрухе, есть основной сюжет, а можно еще полазить вообще по комнатам, посмотреть что да как. Но я, наверное, это позже покажу, так как я немножко поиграл, я посмотрел сюжет тут.
офигенно, если честно. Но одно плохо, мы не сможем взять эту игрушку просто так, так как он не даст нам. И помните, чувак рассказывал, вот Эдисон, то есть Ларри рассказывал об Эдисоне, что он типа чай дает и всякое такое там. Смотрите, короче, надо взять у него чай, вот сказать: Эдисон, чай, пожалуйста, и спасибо. То есть я не знаю, что он чай нам дает и почему он черно-белый там, посмотрите, как-то странно. Хорошо, прямо сейчас типа я принесу. Вот, мы берем. Спасибо, сэр. Фу, вот вам, сэр. Пожалуйста, наслаждайтесь. Знаете, что я хочу сказать? Вроде бы Эдисон говорил нам леди, young lady. То есть, это что-то очень странно. Почему пацан? Может, некоторые не понимают, что мы пацан, как бы, и мы притворяемся девочкой. Не знаю, для чего это, хрен его знает. Теперь во вторую комнату. Ой, то есть на второй этаж. В 204-ю. А, так, и тут вот как бы соу. Да, ты как бы ля-ля-ля тополя, можно проклацать. Но тут надо якобы уходить. И он такой: о, это Эдисон чай, я чувствую, да? Я запах типа чувствую. Да, это немного для... О, я люблю Эдисон чай, пожалуйста, дай мне его, типа. О, боже, как он пьет, как прям, я не знаю, слон какой-то прям высасывает. Как вкусно, так расслабило. Он якобы засыпает. Ну и мы, типа, должны взять, по идее, как игрушку, но, видите, не получается. А, блин, меня что-то вырубило ненадолго. Я надеюсь, это ты не трогала моих пони, пока я спал, Сал. Это что-то я вроде видел это. Да не, это всего лишь сон, Чарли. А, ну ладно, хорошо, я рад. А, блин, if you get... если ты не достанешь еще Эдисон чай, я бы тебя любил еще больше. Мистер Эдисон already cut me off the day. Типа он мне уже не дает или что-то типа такого. Ладно, идем еще раз за чаем. Но видите, он просыпается. Надо что-то дать ему такое, чтобы он не проснулся. Так, первый этаж вроде бы. Идем опять сюда, к Эдисону. Hello, young sir. Нет, видите, young sir. Я, значит, перепутал. А кто же говорил на нас леди? Или хреново. Ладно, наслаждайтесь. Мы взяли чаек. Идем обратно сюда. Так, вторая комната. Фу, блин, второй этаж. Путаю постоянно. Так, ну что, пробуем еще раз. Вот, я принесла еще немножко Эдисона чая. Wonderful, прям замечательно. Буль-буль-буль. Ну что, ты засыпай сегодня. А, так расслабило. А ну-ка. То же самое, он вырубается, но не вырубается. Я думаю, ты... Ну, все то же самое, Дрим, это все лишь сон. Мне бы еще чая бы и туда-сюда. Видите, не получается что-то у нас, надо как-то действовать по-другому. Эй, спустись поговорить, в подвал, это наш шанс. Окей, сейчас, может быть, что-нибудь тут мы решим. Тут немножко баг маленький. Видите, пока я не включил еще раз радио, ничего не происходило бы. Эх, идем на первый этаж, то есть подвал, посмотрим, что тут, как тут. Так, сюда, да? А, нет, не сюда, я постоянно путаю эти двери. Так, вот здесь. Хай-хай. Так, я дал Чарли немножко чая. Замечательная идея. Я думаю, это заставит его заснуть. Но это всего лишь на минуту. Если бы мы каким-то образом смогли сделать его сильнее. И мы можем послушать опять же ту же песню. Но как нам сделать сильнее чай? В принципе, тут я попал, конечно, в загадку в такую. Я мучился, не знал, что сделать. Но на четвертом этаже у нас есть одна штукенция интересная. Давайте проберемся туда. Я вам сейчас покажу, какая штукенция. У нас Salt Place, вот наше здание. Помните, когда мы приходили в самом начале, обыскивали комнату всю? У нас тут было sleep, то есть таблетки для сна папины. И она говорит, я бы смешал, блин, то есть, фу, не она, точнее он. Он говорит, что типа таблетки можно было бы смешать, но я забыл чай взять, извиняюсь, друзья. Сейчас возьмем чаек. Чаек мы смешаем, дадим, и мы сможем спокойно забрать. Но игрушка, конечно, короткая, и короткая что именно? Короткая именно первая глава, но если кое-что вам показать еще, правда, я не знаю, я не переводил эти моменты, но я вам покажу.
Сейчас, так, четвертый этаж. Я покажу, честно говоря, я не знаю, что там как. Мы на пятом этаже вообще, друзья, не были. Был такой момент. Но сейчас мы исследуем и пятый этаж. Глянем, что там, как там. Вот, я надеюсь, типа, I will knock that bastard, типа, этому ублюдку, типа, пиздец. Надеюсь, это сработает. Конечно, сработает. Что, таблетки для сна, то есть снотворное, никогда не срабатывало. Так, Салли комната. Салли, это Салливан, если честно. Ну, скороченное имя, мне сказали мои подписчики. Так, он, типа, тоже походу, он нажрался, он там, бутылочки лежит. Not totally giving up on me, trying to quarter. Мы находим тут, короче, монеточки, вот такие вот интересные. Они, наверное, для нашего... для какого-нибудь автомата, там, не знаю. Но перед тем, как это сделать, пойдем на пятый этаж. На пятом этаже я не был. Для вас чисто я покажу, что тут происходит. Закрыто. И для себя как раз, потому что я толком не осматривал. Привет. Извини, я не думал, что... Не думал, блин, что тут кто-то живет. Ну, я не могу назвать его мужиком, пацаном, потому что, ну, блин, косички. Эй, сэр, вы в порядке? Непонятно. Ты не должна... не должен был приходить. Я извиняюсь, но... Я как бы должен был познакомиться с новыми соседями и... Это темное место, это здание. Ужасные вещи творятся. А вы в порядке? Вы уверены, что вы в порядке? Тут постучал. Опа! Что за... И пропал, смотрите, а ну-ка давайте проверим, посмотрим, что тут. Я же говорю, немножко напоминает Франбол, потому что какие-то вещи очень странные творятся. Бэтрум. Туалет. Странные вещи. Дверь закрыта. Ну ладно. Давайте посмотрим, что-то тут еще, что есть. The floor, safety. Походу тут ремонт делают. Закрыто. И тут закрыто. Ну тут ремонт делают. Видите, тут, короче, ничего такого нету. И еще одна вещь, которую я видел. На третьем этаже вроде бы тоже будет проход открываться. Или нет, или это потом будет. Ладно, в принципе, пофиг. Еще мамашке можно пойти рассказать, кстати, за Ларри, что он, типа, рассказывал, да, но, честно говоря, я не знаю, стоит ли это делать и поверит ли она, поэтому идем на второй этаж. Так, я немножко рассказывал, пытался там переводить, но еще раньше. Давайте дадим опять чаек. Ой, перемотал я случайно. Он говорит, короче, я, говорит, уже напился этого чая. Ну, сегодня 20 кружек выпил. Да реально, он же, блин, свежий и горячий. Ой, нет, ну, да, вот, 20 кружек сегодня выпил. Пиздец вообще. Вижу, он, ты уже с жиром заплываешь просто от чая. Так, здесь это новый рецепт мистера Андерсона. Вот попробуй просто. Я полагаю, что после третьей кружки вот тут это будет прямо вообще офигенно. О, ну ладно, давай, я попробую. Господи, как же он пьет, смешно. Это не то, что смешно, это как-то даже... да, это круче, чем оригинал. Я не... Все, уснул. Но мы берем, конечно же, игрушку. Все, то есть, скоро. Отлично. Так, а ну-ка сейчас попробуем еще раз вниз пройти. И попробуем на третий этаж. Не помню, то ли на третьем этаже, то ли где. Он, видите, кто-то там стоит, но... А, я вспомнил, тут надо вроде бы поговорить с этой метлой. Я встретила Ларри. О, как хорошо, я рада, что вы, дети, встретились. Я тоже, он хороший друг, Ларри, nice guy, ну, типа, хороший пацан. Я знаю, вы вместе, world get along, что-то вместе, одни, что ли. И вот, do you need any help? Вам надо какая-нибудь помощь? You put in fun, more sounds, so... Я не знаю, что тут переводится, но... Struck me. Так, you could create like creative tip. Ты такой креативный тип, для который нравится Ларри. Я рада, что вы двое там типа вместе. А то я сам там я иногда я беспокоюсь о нем. И вот о чем вы беспокоитесь? Я him out trouble. Я попытаюсь, чтобы он не влазил вроде в проблемы. Юдон, вы не должны волноваться вот. Это ты вообще милая. Но матери всегда волнуются о своих детях. Да, я понимаю. Я могу понять это. Я всегда пытаюсь оставаться на позитиве. Can help me manage... Ой, ладно. Can relate... Like... Ой, я не знаю. Тут не переводил, друзья, так что... Я без понятия, что тут будет. Тут должно открыться вот эта хрень. По идее, как?
А ну-ка, сейчас для интереса я... Ой, зачем я второй раз это делаю? Я не знаю, она должна уйти оттуда, но она почему-то не уходит. Видите, там табличка не убирается. Ладно, пофиг на этот, погнали к Ларе. Я просто как-то делал, я слишком долго проходил, очень долго проходил, переводил там, ну, перед этим. Еще в первый раз. Я там половину даже не перевел, просто уставший был. Блин, опять я в этот туалет зашел. Так. Сюда. Сейчас скажем, что у нас игрушка есть. Да, я вам детектива, кстати, тоже не показывал. Вот, я нашел игрушку. А, ну, ты вообще криминал там, да? Я знаю, я знал, что ты сможешь это сделать. Спасибо, мужик, я просто нервничал немного. Все, что тебе теперь только нужно сделать, это детективу отдать, и все будет закончено. Все, в принципе, я думаю, что тут больше не о чем разговаривать, и идем сразу к детективу, к нашему. Вот тут, кстати, я думаю, что в этой машине что-то можно было бы сделать, ну там, как это называется, купить сладости, может, для того типа, который был в этом, ну, наверху, ну, насрать. Вот, детектив, а что происходит? Привет, юный мистер, наверное, или мужчина. Да, видите, мужчина, Youngman. А, ты только что переехал, да? Да, сэр. А, я разговаривал уже с твоим отцом, и, видимо... Все это произошло прошлой ночью. Извините, что чекаем вас вроде, да? Ой, ты мог бы подальше быть об этом. Это... Как это называется? Это investigation, серьезные преступления. Там, что за преступления? Мы не будем это все рассказывать. Вот, у меня есть доказательства. I've got evidence. Дай мне посмотреть. Это что, с Чарли комнаты? Как это ты достал? Я... Просто сказал, ну, я просто здоровался, ходил со своими соседями. You know, пытался предоставить, ну, как это сказать, предоставить самого себя, представить. Я разговаривал с Чарли, и он мне показал свою коллекцию игрушек, и я заметил кровь на одной из них. Я думаю, это очень поможет расследованию, и я схватил это в мой... как это называется? Вот эти штучки для ланча, для... Завтрака туда положил, короче, что типа такого, коробки. Да-да, какой маленький детектив, да? Ты натренировался или на тренировке, не знаю. Неплохо, малыш. Холтон, давай мне, короче, эту хрень. Помни в следующий раз, что это не стоит себя поддавать риску такому, хорошо? Да-да, сэр, я понял. Все, мы отдали, в принципе. А что у нас дальше по сюжету? У нас открывается, видите, проход. И мы сможем выйти из этой комнаты. Ну, что мы будем и делать? Как бы, мне кажется, что это сейчас конец будет. Ну, вот такие дела. Хорошая работа на сегодня, Сал. А ты можешь отдохнуть теперь. Вот этого чувака, видите, поймали. Я не виновен, я клянусь. Я думал, мы друзья. Но ты, у тебя друзья теперь в тюрячке будут. Будешь мыло ронять перед ними каждый день. Посмотреть. Походу, вот это... Это, как это называется, гробовозг? Looks like... Я посмотрел в заднее окно этой штуки. О, господи. Это, походу, тот чувак, которого убили. И мы возвращаемся обратно к психологу, который был в самом начале. Блин, какая такая ужасная ситуация для такого маленького ребенка, как ты. Что типа такого? 50 лет... А, 50 лет я, ну, практикую вот эту всю фигню, и никогда не видел такой жестокой сцены там или что, ну, или истории такой не слышал. Это, наверное, очень травматически для тебя. Друзья, скорее всего, в том времени, да, она была маленькая, но тут она уже взрослая. Фу, бляха, муха, он, а не она, задолбался я путать постоянно. Да, я надеюсь, я тоже полагаю так. И спустя годы новые доказательства доказали, что Чарли был невиновен. Охренеть, да? Вот смотрите, прикол. Новые доказательства невиновности его сделали. Вот это круто. А почему? Кто-то да убил его. After so much lives. Может, он просто украл потом? Кстати, да, может такое быть. Behind bars. Как ты себя после этого чувствуешь, да? После этого всего? Я convinced, но... Я тоже был не уверен, он ли это был. Да, так ты и сказал. А что насчет Ларри? А что насчет него? Как я и сказал, этот парень был моим лучшим другом. Мы дружили в высшей школе, ну, в высших классах. В
последних классов, короче. И что после школы? Ну, он как бы отделился, я потерял Ларри, и после Градитеон, я не знаю, что это. Я не знаю, где он сейчас. Ты, наверное, грустишь по нему? Что типа такого? Я просто не знаю, what going asking. Вы меня спрашиваете одни и те же вопросы каждый раз, и вы вообще, вы мне должны как будто помогать. Я понимаю твое, конечно, разочарование, Сал, я буду тебе помогать, но... Но что-то, мне кажется, что ты что-то скрываешь. Я не могу помогать полностью, пока ты мне не доверяешь, так что пойми меня и будь как бы откровенно, наверное. Откровенен, блядь. Да. Ну, вообще, сегодня время уже вышло. Вот такие дела. Пирожки. Что будет дальше, непонятно. Погодите. Я... Насчет Ларри. Извини, Сал, ты знаешь, какой строгий у меня график. Так что давай оставим это на следующую сессию там, или на следующий прием. Следующая неделя мы встретимся опять, и твоего учения, что такое. Я надеюсь, ты мне поможешь. Я надеюсь, ты мне дашь помочь тебе. Вот такие дела. И мы надеваем опять свою эту хрень. Я не думаю, что ты убийца, Сал. Да ладно, чего? Мы в заперти. Это может быть только один. Вы представляете, что с нами происходит? Мы взрослые. Да, мы мужик. И мы убийца. То есть вот так вот. Вот так вот заканчивается этот эпизод. Он заканчивается очень охрененно. Спасибо, что играли с Эли Фейс. Эпизод первый «Странные соседи». Я хочу сказать, что эта игра вышла уже в Кикстартере. Вы можете ее поддержать спокойно. Вы можете перейти вон по ссылочке. Я хочу сказать, что игра офигенная и затягивает своим сюжетом. Она похожа на Франбу, но она немножко реалистичнее, более реалистичнее. То есть тут обвиняют нас каким-то образом, что мы убийца. Я не знаю, соседей ли мы убивали, кого мы убивали, но в самом начале папаня сказал, говорит, ты не мой сын, мой сын не убийца. То есть, возможно, мы кого-то убили, возможно, что-то с матерью вместе там соединяться будет. И, блин, это просто крутая игра, давно таких не было, очень давно, наверное, года два или больше, но я думаю, что в Кикстартере она наберет нормальную сумму, которую она должна набрать, и ее выпустят полностью. Будем ждать следующих эпизодов. А если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И пишите комментарий, как вам вообще игра, понравилась или нет, и хотите ли вы продолжение. Я думаю, хотите. Так что, всем пока, удачи, хорошего настроения.